Ребята, всем добрый день. Сегодня будем ставить уплотнитель под капот. Я все собирался и никак не поставил. Вот сюда хочу поставить уплотнитель. Купил вот такой вот я уплотнитель. Вот она. Так покажу. Вот от вас 2108, ну подходит и от 09, и от 010, и от 99 подходит. Покупал, вроде бы, как говорили, заводской. Вот даже какие-то бром, 18 год, наверное, какой-то российский, производство российское. И вот сюда вот сейчас буду ставить. Ребята, перед тем, как ставить вот так вот его плоскогубцами, пройдусь и подожму хорошо. Я его уже пробовал, ну, примерял на базаре, когда купил. Поэтому там уже усики поразжимались. 4 метра почти длины его. Я его купил в Днепродзержинске за 100 гривен. Это 250 рублей. Или 4 доллара. Ребята, и начинаем вот так вот ставить вот этим вот бортиком вот сюда вот. Обводим вокруг концевика сигнализации. Вот он стоит. Этих всех трубочек тут на угол, наверное, вот так вот. Плотненько одеваем. Так, вот этот у нас кусок остается лишний. Отмеряем. Так вот, ребята. О! Что у нас там вылетело что-то? Ну вот, поставили.
Вот так вот получилось. Смотрите, как хорошо. Теперь, я думаю, пыли будет меньше под капотом. Буду меньше убирать. Может, чуть-чуть тише будет. Ветра на скорости не так слышно. Сейчас попробую, как он прикрывается. Ребята, сейчас попробуем закрыть капот. Я думаю, закрываться будет намного тише, чем раньше. Так, а как же это сделать? Вот так вот. Пока на дом посмотрите. Вот так вот сейчас. Да, плотненько закрылось. Все плотненько. Еще раз напоминаю, уплотнитель капота от ВАЗ-2108 здесь. И вот такой кусок еще остался. Некоторые ставят его под заднее стекло, но я пока ставить не буду. Если кому понравилось, ребята, ставьте себе тоже. До свидания.